Все обсуждали вопрос, когда же они объявят о помолвке. Двор ответил коротко: «Мы не комментируем личную жизнь принца Уильяма». На самом деле там только и говорили, что о принце и Кейт. Ее мать, Кэрол Миддлтон, сфотографировали жующей резинку на большом мероприятии с участием королевы. Ее высокомерно осудили за дурной вкус. Кэрол было не по себе из-за того, что ее воспринимали как плебейку, которая мешает дочери стать королевой.